Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, давай-ка мы заберем с тобой наградушку. Сразу, наверное, сделаем сделку. Так, коллаборинг на ДНК. А почему бы и нет? Коллаборинга у нас много, поэтому я могу себе позволить это. А вот здесь вот водоплавающий. Подожди-ка секундочку, у нас... Кто-то мне говорил, Рэй, меняй водоплавающих, типа... У тебя их много. Я что-то не вижу, ребят, чтобы у меня их было очень много. Так, может быть, нет. Канайзойскую эру я трогать не буду. А вот здесь вот... Вот Гуаньлунь. У меня их вообще, ребята, очень много, поэтому... Наверное, я их всех сбагрю. За 40 долларов. Ну и что? Пускай за 40, зато... Не сидят они того у меня просто так. Так, гигантозавр. Я его, наверное... Вот. Ирератор. У нас их тоже много, я смотрю... Давай всех. На соточку. Опа. Замечательно. Ну, вроде бы как все. Забираем здесь награду. Использовать три ускорения. Наборы карточек. Потратить еду. Ну, потратить еду, это, по-моему, проще всего. Забираем этого. Ну вот, смотри, даже вот здесь элементарно можно потратить еду. Прокачали. Начать эволюцию. По-моему, пока еще рановато нам начинать эволюцию здесь. Кстати, ну надо посмотреть. У нас кто-то там стоит, по-моему, на улучшение. Ну-ка. Ага, это у нас Раджазавр. Ну, как всегда. Он, как всегда, ребят, в своем репертуаре. И, кстати, их Тиастига наверняка то же самое сейчас будет вытворять. Ну да, они вдвоем. Самые вредные, по-моему, из динозавров, которые вот так вот медленно прокачиваются. Здесь у нас два дня, еще один день. Три ускорения нам сказали, да, сделать. Давай сделаем три ускорения. Так, это одно из них. Что там написано? Подожди, что там написано? Забрать? За что? А. Так, одно ускорение мы сделали. Давай второе. Тропиогнат. Поместить. Ну и последнее, третье. Опять же тропиогнат. Все, задание выполнено. Именно по ускорениям. Забираем награды. Так, моды. Плюс еда. Кто-то у меня недокачанный. Давай-ка мы, знаешь, куда зайдем? Вот сюда и посмотрим. Здесь все должно быть видно. Так, смотри, вот это, например, у нас не прокачанный саркостадон. А пастозух тоже, что ли, хочет прокачаться? Я не понял. Да, он не то, что, ребята, хочет прокачаться. Его вообще, по-моему... Ох, ё-моё. Пастозуха же, я помню, хотел вообще поднять по уровню. До 40-го. Ну, что-то у меня... Внимание, босс, у нас еще и босяцкий здесь будет. К твоему сведению. Так что сегодня будет, наверное, веселая серия. А, у нас и арена, по-моему, открылась. Ё-моё, у нас все с копом. И арена. И, по-моему, гидросфера, да, открылась. Ладно, давай пойдем, наверное, в схватки посмотрим. Два дня, 11 часов. Окей, здесь у нас что? Защита своей территории. Боссы всемирных событий. Эволюционная борьба. На випке у нас. Ох ты, дрожь земли. Ну это понятно, дрожь земли. И вот здесь вот, да? Редкие. Гидросфера. Вот это вы сказали? Ребят, так извините меня, у него старт 1000 баксов. Я не смогу сюда пойти. Никак. Так что это я пропускаю, получается, автоматически. А вот тут что у нас? Ну, ты сам понимаешь, да? Можно, конечно, здесь подраться, но шанс, что тебе выпадет Лего, такой маленький. Ну и все равно хочется, да? Я знаю. Поэтому погнали. Так. Тирокетцаль, ничего себе.
Ну что, против Птерокецеля я возьму. Нифига у него! А не слишком ли мощно, ребята, а? Ты посмотри. А Рамбургиана у него тут еще. Ё-моё. Ладно. У Эрхозавра плюс Апатозавра у меня выходит. А против Тиранозавра нам взять надо Раджастегу, но это глупо. Диплотатора, что ли, вызывать? Блин, ну мне жалко. Давай, наверное, Ихтиостегу. Ой, не знаю, друзья, что у нас сейчас получится, но это будет эпично. 2610 хп, да куда? Ё-моё, куда, ребят? Не знаю. Он сейчас возьмет тиранозавра, понятное дело. 918 к атаке, как тебе такой расклад? Мне кажется, он сейчас возьмет. Ой. Он меня еще и обманул здесь. Прикинь, он меня еще здесь и обманул. Крышка нам, конечно же, ребят. Тут вообще просто на изи разобрали. И как я теперь буду тиранозавра бомбить? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Да. Это трындец. Все, нам тут полная труба, ребят. Нам тут полная труба. Ты прикинь, что он сделал? Как он это сделал, а? Все, я ничего не смогу сделать. Мне просто приходится фейлиться. Ты такую пощечину ему дал, крутую. Но, конечно, это нас не спасает. Мне обидно то, что я потратил здесь двух травоядников. Вот на эту нелепую команду. Двух травоядников. Ладно, я буду мстить. Я знаю, ребята, что придется очень потратиться хорошо. Но я все равно отомщу. Поехали. Берем птеродактиля. Диплотатора. И эдиоморфодона. Раз он хочет по-жесткому, будем ему по-жесткому. Да? Конечно, будет. Поехали. Сразу же, ребята, без компромиссов бомбим. Вот так вот. Что он там дальше будет делать, я не знаю. А он ничего не стал делать. Я возьму две защиты. Ай-яй-яй, он тоже взял две защиты. Ха-ха. Боится, значит, уважает. Так, ну что, я поехал. Раз, два, три, проверочка. Все, до свидания. Но тиранозавр, ребята, сейчас он мне тут, конечно, устроит. Ну, дальше диплотатор. Угу. Так, диплотатор, выходи. Сколько нам нужно? Две атаки ему, да, сделать? Две. Раз, два. Раз, два. Замолчи. Гундосит мне тут. Ну что, Рамбургиана. Ну вот и все, ребята. Вот он и подписал себе смертный приговор. Надеюсь, эдиоморфодон, да, справится. Более чем. Это месть за нашу предыдущую команду, которую тут разорвали, как я не знаю, как тузик грелку. Мы отомстили. Наша совесть чиста. Переходим с тобой на следующий поединок. Давай смотреть, что у нас там. Игуандозух. Ничего себе. Офигеть. Ладно, здесь нундагозавра возьмем. А вот это вот кто такой? Это гибрид. Понятное дело, что гибрид. Я, наверное, возьму Раджастегу здесь. И... блин, Раджастегу. И, наверное, Таникалагриуса возьмем.
Поехали. Игуана Дозух. Ничего себе. Но я понимаю, что это гибрид двух. Игуан и кто-то там еще. Ну, Дозух, что-то такое, по-моему, да? Ладно, я шлепну ему сейчас. Для начала. На. Сразу сейчас будет меняться. 100% говорю. Фига он выглядит. Ну да, это игуанодон. Вместе с кем-то там. Смесь у него. Давай так сделаем. Он вряд ли будет атаковать нас. Вряд ли. Хотя... может. Нет, он все-таки меняется. Он все-таки поменялся, да, получается? Ладно, ребята, я делаю вот так. И все, на слив. Вырубаем. Давай, давай, иди сюда. Сколько у тебя там? 710 хп. Завалить не завалит. Меняется. Так, 3. Но этот, по идее, тоже, ребята, не должен нас завалить. Или завалит все-таки? О-о-о-о-о-о-о. Все-таки завалил, друзья. Ну, тогда мы в ответку ему, да? Поехали. Гуляй, Вася. Тиранозавр. Ну, 2 атаки он потратит. Это понятное дело. 3. Я беру просто по минималке, сколько нужно. Но видишь, он же не знал, что у меня здесь вот так вот сделано. Поэтому сейчас мы его уничтожаем. Вот и все. Нам нужно еще сыграть один поединок. Единственный вопрос. Кого мне брать? У меня ничего не осталось. Так. Протерогеринус, тиранозавр и метапозавр. Ну, против этих двух, ясен перец, нам нужны летуны. О, как дешево-то. Так, откатик. Дальше нам, наверное... А этот не справится? Навряд ли. Тоже сделаем откат. И здесь еще нужно взять кого-то против тиранозавра. Блин, диплотатор, что ли? 99 126. Вот так вот. Ну что, поехали. Я все-таки этот поединок добью. Точнее, это событие. Сколько там у нас? Ох, ну он живучий. Ты прикинь, 1928 хп. Что он будет делать? Меняться на тиранозавра будет он? Что еще? Поменялся, да? Еще и атакует. Прикинь, у него совести хватило еще и атаковать меня. Ответочка. Смертельная, да? Так, ну здесь уже добить не добьет. Испугался, да? А я бомбану, пожалуй-ка, в топку. Ну что, остается последний у него здесь метапозавр. Да, здоровье у него, конечно, здесь дофигище. И атака, кстати, тоже не кислая. Ты видишь, да, что он вытворяет? Ну что, диплотатор, пора тебе поработать. Во благо, так сказать. Сейчас посмотрим, что он будет тут чудить. 6. О, все. Все, 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 все. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Поехали. Ай, красота, ребят. Ну давай, давай, давай. Хорош там, а то игра сейчас вылетит. Идеально. Теперь бы мне хотелось получить какую-нибудь легендарную карту, потому что, ну, поединок был серьезный.
И... Нет, в какую-то псифодерму дают. Как специально, а? О, иди разберись там. Так, ну что, ребята, пойдем, наверное. Сейчас мы вот сюда глянем. Немножечко надо подраться тут. Первый бой самый легкий, поэтому возьмем, наверное, с тобой Скафагната, Шунозавра и Саркозуха. Погнали. Почему у меня Скафагнат 9 уровня? Не 10, а 9. Так, Майнгозавр, Пеликанимим и Алангозавр. Вот Алангозавр с какого перепуга-то здесь вообще делает? Прикинь, на одну единичку нам вырубаем сразу. Отлично. Пеликанимим. Что же ты будешь делать, а? Думает. Кстати, прикинь, это тоже вип, друзья мои. Випчик против випчика. Поменяемся. Поменяемся и возьмем защиту. А он сейчас возьмет Алангозавра, скорее всего. Ты смотри-ка, что это такое? Что он там задумал? Проверим. Ах ты жук ты навозный, а? Ах ты жук ты навозный. Вот сейчас он точно будет меняться. Не. Меняться он не стал. Раз, два, три. И вот так вот. Ну что, Алангозавр выходит. Собственно, персона, это гибрид. Здоровья у него очень мало, 169. И я даже не знаю, сможет ли у нас здесь победить-то. А? Голубчик 4 уровня. Испугался? Правильно. Старших нужно уважать. Все. Первая победа за нами. Скафагнат молодец. Все-таки сделал свое бравое дело, хоть он и 9 уровня. А мы с тобой потихонечку будем продвигаться. Мы уже в добытчики перешли. Ну давай, колесо. И по итогу $100 я не заслужил, да? Так, подожди, что-то мы там с тобой завершили. Я сейчас гляну. А, мы с тобой тут вот это вот все сделали. Так, подожди, а у нас босяцкий вот этот вот. Внимание, босс. Может быть, сделать один вызов, то хотя бы глянем, что это за Феникс 44. Это летающий, поэтому здесь понадобятся травоядники. А у меня травоядников что-то как-то маловато. Хищника можно какого-то еще взять. Ну, давай так вот. Посмотрим, ребята, хотя бы глянем, что это за Феникс такой, 44. Нифига он выглядит как безобразно. Ё-моё. На тебе. Прыгает, прыгает тут. Распрыгался кузнечик. Атакует, понятное дело. Мы ему тоже в атаку сейчас. На еще разок. Весь электричеством, да, переливается. Ты смотри, что делает, а? Да ладно. Наконец-то подлы... А, мы его не добили, к сожалению, пока. Сейчас будет бомбить. Ух, сейчас... Да, хорошо. Звезданул. Так,
Так, ну он все слил, поэтому мы делаем с тобой одну атаку, и остальное вот так вот все. Нокаут. Оп, опять встает. Второго уровня, босс. Так, ну что, друзья мои. Проверочка. Вырубим, нет? Угу. Второй раз получил нокаут. А зачем музыку-то вырубили? У него уже 210 к атаке. 210 к атаке, ребята. Ну, понятно, тут вырубает, конечно же. Подхалим. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ах ты, жук ты навозный. Такой встал, опять упал. Опять встает с колен. Такой типа, не понял. Ну, сейчас-то понятно, ребята. Почти 250 к урону. 260, скажем так. Все, хана моему, да? Ну, Таниколагриус его с 4 атак, конечно, не завалит. Ты посмотри, сколько у него. 4000 хп. Какой там? Конечно, нет. Тем более, у него еще и 2 защиты. Но, тем не менее. Мы дошли до 4 уровня босса. Я считаю, это неплохо. Причем у меня здесь не все были травоядники. Потому что наших апатозавров и уэрхозавров забомбили в предыдущих поединках. Так бы, конечно, я их взял бы с собой. Но достаточно того, что я посмотрел на него. 15840 дамага это в общей сложности я нанес, да? О, видишь? Тюм-тюм, ДНК только отстегивает нам. Нанесите 10 тысяч единиц урона. Угу. То есть можно будет... Когда он закончится? Через сколько? Блин, непонятно, не видно. Было бы у меня бы все в откатах, я бы ему, ребята, еще бы звезданул бы хорошечно. Потому что ДНК очень хорошо там выдают. Так, ну а мы с тобой продолжаем нашу... Что нашу? Нашу лигу. Блин, тут же еще VIP. Ну ладно, VIP это не особо. Так, ну что, поехали тогда. Турнир. Мы с тобой поднялись в добытчики, поэтому возьмем Птеранодона, Лабиринтозавра и Ютирануса. Поехали. Птеранодон 11 уровня. Сфигали. Не знаю. У меня вот таких вот много. Смотри, смотри, что дали. Вообще ни о чем, ребят. Просто ни о чем. Тут один Ютиранус всех просто разнесет в хлам. Понимаешь? Значит, в предыдущем поединке они дали гибрида мне, да? А здесь вообще ни о чем. И опять VIP. Ну и что ты пришел сюда? Я вот так вот сделаю, да и все. Ну? Что ты сделаешь-то, а? Капразух. Иди гуляй отсюда. По-хорошему пока говорю. Пора наказать его, да? Отлично. Ну, убить не убьем. Ну что, он возьмет, наверное, своего суперзавра. Будет на него меняться. Ну давай, давай, капразух. Ну, суперзавр 75 всего лишь имеет к атаке. Ютиранус, уходи. Нам нужно с тобой любые две атаки. Любую атаку попади по нему, все. Минус. Афиакадон. Явился, не запылился.
Ну вот здесь, да, здесь, конечно, он сможет нас победить. Базара нет. Все сольет и победит. Ну, не все, ему нужно 5. А он все сливает. Ну, сейчас посмотрим. Смотри, как хорошо, а. Раз, два. Прощай, Афиакадунчик. И здравствуй, Капразум. Ну что, я думаю, что тут всем все и так ясно. Сделать он ничего не сможет. Ну, как бы, может бомбануть, но уничтожить вряд ли. Лабиринтозавр почти 550 хп. Это было глупо. Ну что ж, попрощаемся. Ба-бах! Землетрясение просто сделали, и все. Ну все, молодец, молодец. Красавчик. Так выглядит он, интересно, у него гребень еще такой на носу, да? Как плавник. И мы переходим с тобой в выжившие. Так, давай-ка посмотрим, что нам здесь выдадут. И выдадут ли вообще что-нибудь. Ну, почему не VIP-набор? Я-то хочу получить этого птеродаустра. Он мне нужен. Он мне нужен, ребят. Но они мне его не дают. Как будто вот специально. Ну что, шунозавр, кулазух и тиранозавр. Мод 2. Поехали. Хотя бы денег бы дали бы, чтобы я хоть компенсировал все свои затраты. Эй, друже. Так, трицератопс, цератозавр. Ё-моё. Одно не легче другого, а? Блин, шунозавр, скорее всего, сейчас бомбанут мне. Он меняться будет. Ну, там у нас кулазух 40 уровня. Я думаю, что он и алангозавра порвет, и вот этого, кто бы он ни был. Да, кулазух? Ты готов? Цератозавр. Ать. Как ему не понравилось. Посмотри, как он сейчас будет, а? Сейчас он будет обратно меняться. Вот увидишь. Ну давай уже там. Не стал? А если я вот так сделаю? Минус. 30 раз, 65 к атаке. Если все сольет, то победит. А он, наверное, все сливать и будет, скорее всего. Я же говорил. И он думает, что он все, на коне. Блин, 8 уровень. Проверка. Я не знаю, если мы сейчас на тиранозавра все вложим. Сейчас посмотрим. 143. А сколько у нас у тиранозавра? 162. У нас и хпшек больше, чем у него. Так что, скорее всего, мы ушатаем. Он ничего не стал делать, а это зря. До свидания. Очередная победа. Ну что же, переходим к следующему поединку. Что там, опять у меня кто-то убежал. Так, мы уже в охотниках. Лига охотников, что нам выдадут? Да. Погнали. Так, что нам тут взять? Ну, я, наверное, возьму Эниозавра. Нет, скафагната брать не будем. Астафрикозавра и диплодатора. Надо смотреть, кто у него тут. Что за противники?
Игуанодон, микропозавр и тираннозавр. Вот теперь я жалею о том, что я не взял летуна. К сожалению. А блин, он же возьмет микропозавра, да? Скорее всего. Ладно, сделаем так. Будет атаковать или нет? Не стал. Что он хочет сделать? Взять тираннозавра? Смотрим. Да ладно. Но если вот так вот сделаю, допустим. Раз, два, три, четыре. И вот так. Ах ты жук ты навозный. Ну ему в любом случае теперь придется менять на микропозавра. И вот там он меня разнесет. Так, смотрим. Сколько у нас по атаке идет? 120. Ё-моё. Фейл, да, друзья мои? Ну тут чистой воды фейл. Никак не получится, к сожалению. Ну этого бомбанули, этот-то сейчас игуанодон-то. Паршивец все-таки бомбанет меня. Видишь, что творит? Раз, два, три, четыре. Все сливаю. Трындец, ребята. Фейл, проиграл. Ну, никто же не знал, что так получится, ребят. Я не знал. Взять мне чуть-чуть помощнее динозавров, конечно, победа была бы за нами. Ну ладно, сфейлились. Погнали дальше. Берем с тобой Афиокамима, Сфинокадона и... и вот этого диплотатора. Нет, 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 нет. Вот так вот. Ой, подожди. Он же первого уровня, блин. Рэй, ну что ты делаешь? Ну и не отменить уже, прикинь. Вот тебе и веселуха. Вот тебе и веселуха. Ну давай с атаки начнем. Так, микропозавр сразу немножко, да? Бжим-жим. Вот так он сделал, да? Ну, вот так сделаем. Пускай берет своего микропозавра обратно. Стал. Раз, два, три. Готов. Карнозавр. А, карнотавр. Почему карнозавр-то я его называю? Карнотавр, конечно. Вырубить, что ли? Не получилось, парень. Не зашло тебе. Все, можешь не орать. А потом этот микропозавр, конечно, раздавит нас тут. 170 к атаке. Плюс 4 очка у них бонусных. Очка действия, точнее. Сейчас влупит. Ну а наш... Че ему? Ему добить остается, вот и все. Поехали. Такую пощечину своей головой дал. Мало не показалось. Но все, красавец. Такой тоже гребень у него спереди. Так-с. Окей.
Какое место мы с тобой получаем? 64-е. Сто 120 ДНК. Продолжаем. Так, возьмем алангозавра, пеликанептерикса. И сюда я возьму, наверное. А что я сюда возьму? Пс, и взять-то нечего больше. Ну давай карнораптора. Блин, сейчас будет эти рептилии, мне не поздоровится. Слава богу, нет таких. Ну, тут акроконтозавр. Что у них все? Вот у меня есть вот тираннозавр, да? А вот тут акро, пикро, шмикро. Ну, этого с ударом мы выносим, а феокамима. Так, вот как раз выходит акроконтозавр. Я сомневаюсь, что он будет меня атаковать. Опа. Это борзо. Это было очень борзо. Так, ну и тапиялозавр. Но я думаю, тут всем прекрасно ясно, что победа будет тут за нами, однозначно. Окей, поехали. Все, ему крышка же, да? Конечно, конечно же ему крышка. Ну все, 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 красавчик, красавчик с этим таким желобом. Ну это пеликан, у него даже название схожее, пеликанептерикс. А мы получаем с тобой 31-ю позицию. И вот когда мы зайдем с тобой в 5% лучших, вот там будет жесть. 600 ДНК, ничего себе, ребят. Вот это фартануло. Эдди Морфодона возьмем. Птерана. А сейчас прикинь, травоядника возьмем. Тут будет веселуха. И, наверное, велоцираптора. Давай смотреть. Возьми рептилии. Дай рептилии мне, чтобы у тебя была вся рука в рептилиях. Ну... Нет, ребята. Не в рептилиях у него вся рука. Меняемся. Аморгозавр, ничего себе. Фига, он выглядит как эпично. Он тоже меняется. Орнитохейруса взял. Ну давай, попрыгаем. Так, интересно, а кто у нас по атаке лучше? Ничего себе. Эдди Морфодон все-таки будет круче. Тогда сделаем вот так вот. Раз, два, три, четыре. А, все, короче. Ну и крышка ему. Закряхтел. Так, сфинокодон вышел. 180 к атаке. Давай посмотрим, что он тут будет делать. Понятно. Велоцираптор, ты сможешь его порвать, а? Вполне. В легкую причем. Причем в легкую. Ну и выходит этот аморгозавр. Ну что, аморгозавр? Давай посмотрим, из чего ты сделан, а? Из чего ты сделан? Мой Эдди Морфодон выделывается. Он сливает все свои очки действий. И тут мы его уничтожаем.
Все, ему крышка. Ну что же, продвигаемся. Блин, а кого я сейчас буду брать? У меня даже, ребята, все, динозавры закончились. Я сейчас никого взять не смогу, к сожалению. В 5% лучших попадаем. Я выше еще ни разу не поднимался. Вот 5% лучших и все, ребята. Ну ты посмотри, ну столько карт классных. И нифига, ребята, ничего не дают. Тетелозавра. Ну кто тут еще у нас? Птеранодон. И диплотатор. Но это уже так, друзья, навскидку, чтобы просто отыграть. Сейчас, смотри, каких против меня дадут. А? Ты удивлен? Я нет. Вообще нисколько не удивлен, потому что на 5%, ребят, это просто жесть. Серьезно тебе говорю. Ну вот как вот я вот с ним должен тут драться? Я ума не приложу. Я просто ума не приложу, как я с ним тут должен драться. Да. А он ничего не стал делать, да, получается? Ну, давай так вот сделаем. Ты будешь сливаться или нет сегодня, а? 5 не стал ничего делать. Интересно, допрет до него, что я хочу тут провернуть? Блин, да ты запарил, а? Короче, поехал я. Ух, как ему сейчас, а? Так, 3 очка действия он оставил себе, да? Раз-два, раз-два. Проверим. Так. Он ничего не стал делать, друзья. Вообще. Пи-пи-пи-пи. Бомбить, не бомбить. Давай проверим. Вырублю я его, короче. А вот это вот уже... друзья мои. Ну все, я тут проиграл, однозначно. Тупуксуара эта тупая, а. Ну тут, естественно, он будет все делать тютелька в тютельку, так скажем. Давай сделаем, значит, следующим образом. Раз-два, раз-два. Испугался, понятное дело, испугался. Понятное дело. А теперь пускай сидит и думает, что у меня и как у меня. Ничегошеньки, да, не стал? Все, тогда, друзья мои, вперед из песней. Я удивлен. Я удивлен и поражен. Такой, сказать, слабенькой командой и выиграли. Пси. 77-я позиция. Дайте пока. Нет, не дают. Сколько бы я ни пытался, сколько бы я ни играл, ребят. Нет, какой пак? Обойдешься ты без пака. Погнали. Моды.
Да. Меня другой вопрос интересует. А где я теперь должен взять... Открыть пак для того, чтобы завершить задание? Мне нужно открыть 3 набора. 2 открыл. А где еще-то один? Здесь? Здесь? Даже здесь мимо. Мимо кассы все, ребят. Ну давай, забирай. Открыть 3 набора карточек. Так, нам еще похавки надо, кстати. Похавки. Ну, здесь я не знаю. Можно, в принципе, глянуть. Вот так вот. У нас летуны, птерозавры. Кто-то там из них, вот. Ты куда меня перекинул-то, эй? Говорю, птеранодон, он мне кидает не то, куда надо. Вот, перейти. Тридцатый уровень. Блин, как я буду открывать набор карточек? Короче, пошли в ПВП. Что там? А, у нас только одно. Кайнозойская эра. В ПВП Кайнозойская эра. Давай. Раз, два. Нет, не так делаем. Раз, два, три. Что-то мы с тобой по долларам вообще как-то в минус идем. 37. Раньше как, хоть какая-то там соточка прилетит или еще там что-нибудь. А тут... А тут трындец, ребят, по ходу дела. Тут, походу, дело трындец. Подкрался незаметно. Два оленя. Ну, это трэш. Это трэш. Еще две атаки прописывает. А мы терпим. Ну давай, давай, давай. О, созрел. Так, ну что, теперь наша очередь, да? Раз, два, три, четыре. Понятно. Что ничего не понятно. Сейчас он нам влупит. Ой, как влупит, ребята. Ой, как он нам влупит-то. Раз-два, раз-два, три, раз-два. Ну а как тут-то 1118 хп, ребят, 1118 хп, я не знаю. Разобрать меня... Не получится мне его разобрать, вот и все. Ну как, ну что, нормально что ли? О, все. Всего хорошего, да? Три заморозки взять. Блин, ну меня вот бесит, ребят, что животные у меня кайнозойские эры, они не прокачанные. Меня это, блин, просто вымораживает. Где ему карточку найду? Вот набор, вот скажи мне, пожалуйста. Я ее даже не знаю, где здесь взять, где ее выиграть. На каком этом? Ну, на чемпионах вряд ли. Здесь... Ну, я не смогу отыграть, ребят, потому что нечем, неким. Так. Ну, давай вот так возьмем.
И долларов нету, блин. Так. И... Скафагната, что ли, брать? Я не знаю, ребят. Ну, это бред. Это чистой воды бред какой-то. Ни рептилии, никого нет вообще. Как хочешь, так сражайся. Ну, что ты там ходишь, ходунки свои. Такие ноги у него мощные. Попробуем вырубить. Ать, не вышло. Ай-яй-яй-яй. Ну, у него-то понятно. Вырубает. Раз, два. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Тропиогоптер. Угу. Сразу сменил, ага. Жим-жим. Я знаю, что жим-жим у тебя сработал. Так, выходи, братья. Поехали. Ну что у него там получается? Добил. Окей. Раз, два, три. И бонус. Так, сейчас мы будем сражаться с тропиогоптером. Не-не-не-не-не-не. Упс. Вот тебе даже защита не помогла. Да, ребята. Нет, ну тут не вариант, все. Тут никак. Ежедневное событие я сегодня не закрою. Я не смогу его закрыть. Это если мне каким-то чудом выпадет. Попробуем. Так, что там вмешательство у нас? Отключает мод. Отключим мод. Дальше мы сделаем. До конца боя. И 10 долларов еще за это отдай. Нормально? Так, ну это мы отключим с тобой, да, мод? Подожди, ты же должен был отключить. А он, главное, все равно сработал, ты понимаешь, этот мод-то у него. Хоть мы его отключили после. Проверим. Сразу вырубили. Так, у этого сейчас тоже должны отключить, по идее, мод. Он должен сработать. Чик. Такс, он ничего не стал делать. Давай вот так вот сделаю. Интересно, интересно. Ну, понятно, здесь он уничтожил нас.
Причем он слил абсолютно все. Раз, два. Раз, два. Геозавр. Отвлечение. Понижает мне атаку, да? Окей. Если он сейчас все четыре атаки проведет, он нас вырубит, скорее всего. Но он почему-то ничего не стал делать. А это, мне кажется, очень-очень даже зря. Победа. Ну, мне кажется, вряд ли они мне здесь зададут пак какой-нибудь. Скажут, нет, парень, вот тебе еда, и иди гуляй дальше. Смотрим. Тут паков-то очень мало, ребят. Да ладно, ты прикинь. Мне достался пак, ребят. То есть я выполнил задание ежедневное. Прям чудо какое-то, а. Это прям чудо какое-то. $40 и 860. Так, ну еще 260 очков доверия. Фу, друзья мои, как-то все так удачно сложилось. Именно с паком, я имею в виду, с ежедневками. Ну что, ребят, на этом я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.